Я планируюся покупать новый мультик. Новая легенда. Шо вы, блядь? Едем за скутером? Давай. Да. Прикинь, сейчас на 114 км на Петровку возле Верховцева. Да что, не чмокает? Так что... Вот такая вот тема. Едь! Не может быть тут что-то нет? Бля, вот это что-то слетело, стой. Бля, а ну пиздуй. Давай. Давай, еще чуть-чуть, давай, Вань. Ух, не могу. Бля, прикинь, сейчас захлоп. И в машину. Так надо было дождаться и приехать. Да. Все, можно запить. Да. Блять, у меня колено! Что такое? Не сломал? Нет, не сломал. Знаешь почему? Ого! Смотришь, я даже не увидел этой хуйни! Потому что ты сейчас весь на адреналине. Не, катайся по асфальту. У тебя опять горит этот, понял? Стопак, выключай его. Не, все равно горит стопак. Сейчас будем забирать. Шахет? Не, вот он, знаете, это и завелся. А это ты кусочек сломал, все, не походу. Наверное, на ножку ставь его, понял, опять. Свет выключил, хорошо. Ставь, наверное, на ножку, ты об ножку бьешь. Почему, угу, если четверкой было все полегче, блядь? Успокойся, у меня, все будет хорошо. У меня руки-ноги трясутся, блядь. А ну. Да, да, там включил что-то? Да, я все. То? А ну давай, заводи. Ну, дымок идет, сейчас заведется. До аккумулятора все, 66 ампер. А точно включено все, да? Ну да, вроде включено. Ну, блядь. Да, он уже завелся. Бля, еще и зеркало потерял, еще не было. Подожди, вот это... Не было вот этого стекла? Ну давай я попробую позаводить. Сейчас на радость где-то как упадет. Пусть едет домой, да, нам будет легче ехать. Нафиг мы его тащили. Все, последний раз его увидели. Можно идти по домам. Вот так в селах покупают. Аккумулятор меньше половины, правда, остался. Ну ничего. Что ты, Ваня, скажешь, походу? Хорошая покупка, ну не знаю даже. Лучше, чем 5 штук пробухать за 2 дня. Лучше разбиться на мопеде. Да. Да. Кому там дать табуретку? Полез на скутер, блядь! Все, я сижу. Перелазь скутер. Кто-то ко мне может. Ваня! А! 5 человек и скутер, а что? А то вода обычно. Только не спрайт, там рядом есть еще вода. Опа. Сейчас дам тебе. Так. На, держи, Юрчик. На, то не спрайт, то вода. Не, вода. Олег, так на ручку пусть садит. Ваня, блядь. Вот тут у тебя сушняк, я представляю, после таких нервов, да? Все. Ай, блядь, то нужно. О, заебал, все, едем. Дома холодильником так.
Кстати, холодильник надо забрать. Слышишь, Юрчик, съездим, заберем холодильник. Все, ты не бухаешь, ты покупаешь там новую резину. Отмечаем мопед. Что, выше поднимать? Выше поднят? Тихо там будет. Гвоздь? Да пусть будет как ориентир. Ого, это саморез даже. Да. Пусть будет циномонтажнику, хоть будет знать, где искать. Бо вроде он такой не сильно лысый, можно его еще восстановить. Поднять чуть выше, да, его все-таки? Да не, Ваня, все заебись. Хватит. Фу, я заебанный пиздец. Да, машинисты ехали, снаржали, что колесо пробили. Ну, бывает. Блять, Ваня! Это бывает. Да потому что, блядь, он с любой хуйни найдет, блядь, какую-то отмазку смешную, блядь. И потом я останусь в дураках, блядь. Ну так и есть. Сейчас поедешь на монтаж, за счет тапка делаем колесо. Это его непрушный мопед. Скинул саморез и перекинул нам. Да, блядь? Вот он, этот мопед. Да, блядь? Ну, сын. Ничего, сейчас поедем, помчимся. Ну только запаски у нас уже больше нету, пробивать нельзя колеса. Опа, тапок сразу в лице изменился. Сука, я сейчас, блядь, достану и, блядь, ладно. Я ебал. Я не доеду, блядь. Олег на табуретке скачет. Да, вот на табуретке, блядь. Ваня, кажи, что скажи мне на видео. А? Кажи, что. А, ну, блин, едем. Потратили, блин, 100 гривен. Потратили время. Это все из-за тапка. Опять я, да? Это он такой везучий. Понятно. Черный список. Красный список. Спасибо, блядь. О, это почти как красная книга. Такая же редкая тварь. Да. Да. Спином это 35-й, ну это вообще пиздец. Желтая бешеная табуретка в желтой машине. Рекрешили монтаж, девать колесо, не смогли сделать там по пути. Сказали, езжайте в город. 100 гривен взяли, правда. Короче, мы его не добили, да? Ложка, вилка. Опа. Ты что, смотри, сколько мусора выгодит. Кстати, ему этот. Пригодится, да. Но зеркало не забыл, вот гадя. Все, ты, о, счастливчик. Да. Он сейчас самый экологический транспорт. Это тапок, потому что... Опа. Потому что порвал. Да, а нам домой туда за этим, за стабилизатором. Все, мы справились. Так он обещал выставиться. Ну да, сейчас позвоним ему, сделаем бабке свет. Позвоним, чтобы он выставлялся. Заебал. Ну
ты стираешь камеру. Стой, блядь, не камеру, не скат. Все, харе, туши. Говорю, туши. Что? Туши. Холодная. Первый ремонт у нас получается. Вопрос, как я теперь буду заливать этой хуйней в бак, потому что я смог. Белой. Получается, у нас первый ремонт, это мы заменили свечку, карбюратор, поплавок. Вот у нас получается такая вот тема. Шо, блядь. Так он, блядь, и не завелся. В гараже, блядь, срач. Вот так вот все это выглядит. Да. Вот пластик, блядь, валяется. Вот сам скутер. Да. Хуевая, мой блядь. Да. Короче, такая вот тема. У нас клин. Сколько я бы его не тыкал, у нас не крутится ни один, ни второй. Вот лепестки, кручу, верчу, наебать судьбу хочу. Не получается. Поворотник есть. Вот клин мотора меня сильно убивает. Надо со всей силы стану на нем сейчас. Кончилось туда так хуёво. Не дай хуй с ним. Я люблю газ давать, пизда, нахуй. Тупо, сука, тапок полный. Чтоб, сука, мотор, блядь. Каждую передачу до отсечки, сука, пэм, вставляешь, нахуй, тынь, сука. Потом, бля, мотор так стукает, нахуй, капиталку делаешь. Ебать её в рот, нахуй. Короче, биты за мопеды мне разнравились. Вот электро, это тема. Тишина, обычно едешь на мопеде, бим-бим, понял? А тут все круто. И нарушать можно, да, потихонечку? Да, я представляю. Можно пролезть везде, где есть. Ага. Сейчас уже жарко, уже с ветерком кайф ездить, чем машина с кондеями, вот это. И то, но у меня кондея нет. Не надо, хочу живым доехать. Хотя с другой стороны, если не совсем целым, то не возьмут в армию, правильно? Тишина, у меня машина и то свистит громче. Правда, вот та вторая, видел, что мы только что грузили лифт. А так тихо. Катится и заряжается.
Вот так. Есть ступеньки, там и мы можем проехать. Да, да, вот сюда. Кстати, снимал-снимал обзорчик на него, а так и не снял, оказывается, с USB-шкой все есть. Тебе спасибо. Положил телефончик, есть, заряжается, или какой-то другой гаджет. Прикольненько. Главное, что все закончилось. А так что, мало народу было или что? Да, сегодня меньше, чем вчера. Вчера дождь, видать, всем скучно, чи что? А, подожди, вчера воскресенье. Вчера воскресенье. Ой, стоп, подожди, я запутался. Сегодня вторник? Вторник, то есть да, на поздно вчера. Вторник. Вообще непонятно даже, мне как кажется, оно. Мне кажется, что люди по жаре на левом берегу, либо где-то на пляже речке, идут. Да, на пляже. Ну, 50 человек, сколько чеков? Чеков, да, они там что-то около 60, может, больше. По чекам нормально. Не знаю, но Рустам весь недоволен. Ну, а что он хочет? Конечно, вчера было получше намного. Ну, так а что, это от тебя будто зависит. Я просто...